have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Продолжаем. Или, возможно, даже заканчиваем сегодня Торф Романтик. Не потому, что мы заканчиваем игру. Я вам уже это объяснял в прошлой серии. Мне эта игра очень нравится. Но она из тех, что как раз посидеть и просто тихонечко повтыкать в монитор. Мы уже посмотрели с вами основные механики. Мы поняли, как это работает. Честно говоря, эта игра подзадержалась у нас на канале частично именно потому, что мне просто было хорошо с ней проводить время. Но будем потихонечку двигаться дальше. Нам есть куда двигаться, так что давайте насладимся этим спокойным геймплеем еще разочек. Потом я вам рекомендую просто пойти и купить эту игру, потому что она того просто стоит. Вот. Ой, тупичок, стойте. Мне нужен был где-то еще третий тупичок. Прям вот нужен был. Вот тут. Точно. Он еще неплохо так влазит туда. А еще идеальная плиточка. Ой-ой-ой-ой-ой, как все хорошо-то. Так, туда оно не подходит. Смотрите, с полянкой. Это плиточка с полянкой. Там посерединке олень ходит. Нет, не олень. Это какая-то зверушка. Неведомо. Так, городочек. В который вернуться, в который ворваться. Мы можем даже вот так сделать. Угу, неплохо. 67+. Звучит как видео для очень взрослых, знаете, там 67+. Угу. Черт. Не то чтобы я хотел бы посмотреть такое видео, но мне просто сейчас стало интересно, если бы такое существовало, что бы там было. Не поймите меня превратно, но все же. Так, на 643 дерева у нас вот тут вот как раз сад. Угу. Можем вот так сделать там. Да, да, идеально. Это нам выполняет квест. Бам. Красота. Красота. Красотища. Так, речечку. Речечку нам надо бы вот сюда бы... А, погодите, у меня не осталось квеста с речкой, да? Да, я там все сделал. Теперь осталось тут закрыть. Да. И будет прям хорошо. Так, кусок поля, кусок дома. Я не помню, где у меня тут такое есть. Такой смотришь на человека, ах ты поле кусок. Оно тут прям, смотрите, как хорошо. Прям на своем месте оказалось. Давайте сюда. Так, ЖД и кусок поля. Вот тут у нас... А, это... Извините, ребят, секундочку. Что-то у меня клавиатура что-то решила немножко повыключаться, отключаться. Не знаю, откуда у нее такие привычки. Возьмем железку, может быть, в эту сторону пустим. А может, мы ее закольцуем потом, если получится? Ну-ка, давайте. Так, кусок поля. Вот это можно так поставить. Неплохо, кстати, будет. Да, давайте. Да что такое? Так. Ладно. Если что, я там немножечко отмонтировал, и вы ничего не увидите. Стелс. Хорошо. Поехали строить в эту сторону. 21 поле. Кстати. Это довольно много. И тут есть на 16. А я себе не закрываю таким образом. Наверное, кстати, нет. А где у нас? Ну, у нас есть еще другие... Нет, я же все поля позакрывал, да, мне кажется? Хотя... А, вот тут есть, ну тут здоровые. Да, но мне слишком много, мне столько не надо. Давайте тогда, да, вот в эту сторону. Вот сюда вот мы его закинем. И... Ох. Ну хорошо. Будем закрывать источник воды вот тут снизу. Мне кажется, оно того стоит. Вот сюда еще потом пару плиточек закинем. Так, дома плюс деревья. Домов причем больше, значительно.
Давайте в эту сторону, я не против, вон там уже идеальная плиточка получилась. Угу. И выход на эту сторону, хорошо. Пустая с одним домиком. Пустое с одним домиком. Давай, ты вот тут будешь хорошо смотреться. На 19 полей. С выходом в эту сторону. Да, 11 плюс 11 у нас будет неплохо. Половина леса, половина пустое. Давайте сюда в лесополосу закинем. Вот так, да? Ну там идеально становится. Воду. У нас вон еще две плитки с водой. Хорошо, воду потихоньку будем закрывать сюда. Поставлю здесь и потом вот здесь закольцую чем-нибудь. Мне нельзя вот тот кусок водоема сюда. Мне нужно будет именно закольцевать. Гляньте, идеально. В самом деле идеально. Просто кусок воды можно будет закинуть вот сюда. Так ведь? Или сюда, даже не знаю. Ну, давайте вот тут. О, хорошо, еще кусочек идеально стал. Так, тогда поля мы с вами договорились в эту сторону кидать. Оно тут еще и с домиками станет неплохо, давай. И вот тут кусочек... О, хорошо. Да, прям все сошлось так, как должно. Ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо эта плиточка тут сейчас станет. Не идеально, но прям хорошо. Так, кусок железки и поле. Давайте мы тут закольцуем. Мне как раз один останется, да? Вот сюда и под... А тупичок я теперь сюда не могу поставить. Ах ты ж. Это печаль. Хорошо, давайте тупичок сюда влепим. Я не против. Домики и поля. Можно и вот так. Куча деревьев. Это нам лучше сюда все-таки. Там, правда, на один домик будет. Давайте вот так. Если что, сюда потом какие-то домики закинем. Можем ли мы сейчас... Нет, не можем. Я бы не хотел так. Я бы хотел там закрыть. А что нам мешает? Да, давайте. Еще кусок зелени. Пустышка. Пустышка, кстати, классная. Мы можем просто что-то заткнуть аккуратненько. Чтобы оно нам ничем не мешало. Давайте вот это место заделаем. Теперь. У нас, кстати, плиточки-то заканчиваются. Надо как-то квесты завершать, потому что плиточки заканчиваются. Три. О! Еще один ЖД-тупичок, смотрите. А что-то их так много стало. То есть мы уже три поставили, нам уже даже один лишний дали. Они такие все равно, бери, бери, чувак, бери. Так-то по-хорошему я, наверное, не против. Я бы вот тут закрыл, но вот тут не могу. Мне там как раз одной ЖД не хватает. Тут у меня тоже квест, правда, на ЖД есть. Давайте вот этот тупичок закрою. Бесполезная же дорога получается такая, с двумя тупиками близкими. Но ничего не поделаешь. В жизни-то разные бывают, правильно? Давайте вот так. Дома. Вот сюда. Кусок реки и поле. Я бы хотел вот здесь закрыть, честно говоря. А, вот, оно мне... оно мне как раз плиточки и дало, хорошо. Смотрите, тут птички летают. Вот эта картина.
Ну что ж. А мне там один кусочек вроде поля оставался, да? Да. И оно мне его как раз закроет сейчас. Супер. Просто масса деревьев. Идем сюда. Тут у нас тоже квесты торчат, которые надо закрывать. Давайте, может, нет, в эту сторону. Вот так вот пойдем. Отлично. Сразу два квеста. Вот эти вот куча зелени торчит, но я пока не вижу. Не вижу смысла их закрывать. Погодите. Вот этот кусочек, я не знаю, мне вот такие куски на самом деле не очень нравятся, потому что это потом все придется куда-то девать. Хотя вот, вот, смотрите, он... Ой, он прям так хорошо тут. Окей, окей, этот стал на место прям нормально. Я боялся, что будет хуже. С домиками. Угу. Так, еще один кусок на два поля. Давайте, у нас домики как раз сюда выходят. Ох, погоди. Свой маленький бублик тут будет такой из озера. Почему нет? Так. Погодите, это бобровая вот эта вот дамба, плотина. Этот биом я зациклил. Вот сюда можно, а тут... Оно будет на плюс 9, да? Можно сюда и потом туда какую-то водичку еще кинуть. Да, давайте так и сделаем, потому что воду я точно буду еще закидывать. ЖТ. ЖТ у нас осталось вот здесь. Не скажу, что я счастлив, но давайте, ладно. Пустышка. Где у нас что залепить надо? Давай сюда. И сюда. Неплохо. Так, лесополоса и немножечко полей. И вроде как что-то даже, что как-то... О, неплохо, давай сюда. Еще куча зелени. А у меня на зелень вообще... У меня квестов на зелень-то вообще не осталось, если что. Давайте в эту сторону пойдем. На 46 полей. Так. Ну-ка. А если вот эти поля... Сюда куда-нибудь подкинуть? Погодите, ребят. У нас, интересно, не, их же можно, вот можно сюда подсоединить, неплохо, кстати, будет. А потом лучше, да, давайте лучше выход в ту сторону организуем, если выйдет так, на дома. Может лучше вот туда, вот сюда будет лучше сделать. А на поле, ну видите, оно так мне квест закроет, мне это невыгодно. Да и дома с полем. Я не помню, где у меня оставалось такое. Пойдем сюда. Что я теряю? Вода. Вот. Воду нам нужно зациклить вот сюда, с бобровой этой. Вот так вот мы сделаем. Давайте смотреть, как это все нам лучше организовать. Может быть, домики... Продолжим. Так, железка, наконец-то. Вот, там мне не хватает за кольцо... Погодите, она тут не станет. А, это ска печаль. Ладно. Значит, железку пойдем сюда. Там как раз один нужно, она мне закроет квест. Супер. А пойдет она теперь в эту сторону. Зелень и домик. Ну, зелень мы продолжаем сюда запихивать. Я понимаю, если я все эти флажки закрою, оно прям не неплохо будет, но давайте вот так вот сделаем. Еще одна практически такая же. Слушайте, неплохо получается. И кусочек зелени сюда, хорошо. А домики наоборот... Вот тут поставим.
Супер. Так, кусок поля огромный и маленький фермерский домик. Мы их можем вот сюда, наверное. В продолжение полей можно пойти сюда. Тут сделать вот так, кстати, неплохо будет. Тоже неплохо. Дома. О, ЖД на 19. Один квест оно мне выполнит, другой запорит, но закроет мне это, так что меня это устраивает. Вот, у нас будет поезд ходить по маленькому зацикленному кругу. Будет от этой избушки идти к этой избушке, потом приезжать сюда куда-то в деревню, приезжать сюда, сюда. Неплохо, линия у нас построена, такая красивая, зацикленная. Мне нравится, кстати. Маленькая такая локальная железная дорога, классно вышла. Так, буду ли я потихоньку зелень закрывать? Ну, давайте буду, наверное. С маленьким домиком вот сюда, вот потом можно так. Я не знаю, хочу ли я закрывать ту зелень, но, наверное, придется. Давайте вот тут закроем. Тут у нас просто отдельный кусок поля. Мы его так сделаем. Так, водоем на 11. А он мне, зараза, слишком большой, да? Придется. А, этим я не смогу воспользоваться. Будет вот этот? О, давайте вот этот тогда. В самом-то деле. Вот так. И потом там соединим чем-нибудь. Так, с кусочком леса, с кусочком поля. Давай вот сюда. Деревья на черт знает сколько. Пойдем в эту сторону, там останется 144, тоже не так много. Мечемся из одного. Вот смотрите, сколько там полей теперь будет. Просто миллион. А как это потом изолировать, никто не подскажет. Так, хорошо, для городочка. Для городочка. Давайте в эту сторону. ЖД. Там мы закрыли. У нас осталось внизу. На две. Получается, на одну теперь уже. Давай. Так, опять на кучу деревьев пойдем. У нас тут безграничный лес, вот этот вот. Будем его потихоньку выводить в эту сторону. Так, кусочек воды. Вот, он мне, ну, он тут прям неплохо станет, но я лучше вот так сделаю, чтобы соединить. Вот, у меня теперь этот водоем. Так, кусочек ЖД опять, идем. Это последний, ой-ой-ой, как хорошо. Давай поворачиваем, не ведем его в эту сторону. Супер. Еще кусочек водоема с домиками. Можно здесь. Кстати, чего бы нет. Да, давайте. И сюда потом что-то подкинем водяное. Так, с куском поля. И домиком. Что-то пока не уверен. Подожди. Хотя, знаете, он вот тут довольно гармонично смотрится. Давайте по. О, еще и идеальный кусок с ЖД и речкой получился. Прямо вкусно. Хорошо, что я хочу от этой жизни? Давайте вот так. И вот так. Это нам решит квест. Так, почти пустой кусочек. С деревом. Мне сюда. Блин, а там будет. А 6 я уже тут никак не сделаю. Ах ты ж. Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Хорошо, квест с речкой мы провалили.
Так, на кучу деревьев. Давай вот это сюда. Еще кусочек ЖД с полем. Что-то они прям такие популярные сейчас стали. Смотрите, один за другим идут. Речка. Очень интересно, каким образом. Ну хорошо, давай. Так, на 163 дома огромное поселение. Плюс... Да, давайте. Кстати, неплохо. Или же, может быть... Во! Давайте там. Вода и поле. Много воды, много поля. Типа да, я вот тут ставлю, но оно мне все равно запарывает квест потом. Так что без вариантов. С этим мы ничего уже не сделаем. Давай вот сюда. Давай вот сюда. Ой, такая музыка пошла офигенная. Я уже смирился с тем, что, скорее всего, сейчас после этого проигрываю, потому что мне больше неоткуда взять, поэтому я уже раскидываю из остаточного, из того, что есть. Хорошо, мы допрошли, конечно, сохранить, спасибо. Дошли до определенного момента, возможно, этот мир можно было бы как-то сыграть лучше, сделать лучше, не спорю. Мне понравилась вот эта маленькая замкнутая линия ЖД, которая у нас получилась. Я уверен, что если пойти сейчас в YouTube посмотреть, там люди строят целые миры и цивилизации. Но я думаю, что на этом мы будем с этой игрой, именно с сериями по этой игре заканчивать, потому что да, я, в принципе, уже все рассказал в прошлой серии, в этой серии ничего не изменилось. Мне эта игра очень нравится, я буду дальше в нее сидеть играть, но она именно для того, чтобы просто посидеть самому, позалипать. Ну-ка, можно вот так вот сделать. Для скриншотиков, кстати, очень красиво. Вот, поэтому советую вам, ребятушки, пойти купить. Она вроде как не особо-то дорого стоит. Тут просто классно, знаете, тут можно провести и час, и два, и три, и вы этого не заметите, потому что здесь просто приятно, она расслабляющая. И если я правильно помню, что она была в одной из номинаций на игре года, не на игру года, а на сяди расслабься, на номинация называлась. Я, кстати, пошел за нее проголосовал. Очень вам рекомендую в нее поиграть. Но серии на этом мы пока что заканчиваем. На следующей неделе у нас начнется новый проект. Узнайте об этом на следующей неделе. Пока что у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.